Сколько стоит ребенок в Украине? Это страшные слова. Реально нельзя выйти на улицу и спросить, продадите ли вы своего ребенка или нет. Ну давайте просто предположим. Ну вот у меня в руках 1000 гривен. Это унизительно грязная стоимость. Но я вас удивлю. 50 гривен стоит жизнь ребенка. 27 лет подряд рынок работает круглосуточно, на котором продают будущее своих детей. Каждый раз, когда начинаются выборы в президенты, либо в парламент, либо в местную власть, открывается рынок. Ночью, днем, утром приходят те, кто готовы продать будущее своих детей. И приходят те мрази, которые вот за такую сумму готовы это будущее купить. Избирательная реформа – это тот осиновый кол, который должен это прекратить. Раз и навсегда мы должны видеть весь список тех, кто идет в Верховный Совет, и кто будет определять нашу жизнь.